Здравствуйте, друзья и гости канала «Успеть за одни сутки». С вами снова Людмила, и сегодня 10 июля 2021 года. Созревает вот такая черная смородина, друзья, вот такая. 11 кустов, да? Да, очень крупная получилась смородина в этом году. То есть, что я хочу сказать? Ну, конечно, собирать ее еще рановато, всю. Мы сейчас соберем то, что созрело, самое крупное. Но что я хочу сказать? Что я в этом году делала экспериментальную подкормку в виде крахмала. И должна сказать, что эта подкормка очень действенная. Она работает, друзья. Эффективная. То есть, да, она эффективная. Получилось так, что заплодоносили кусты, которые... Вот я не помню, когда плодоносили. Да, там урожай небольшой, потому что, как я выяснила, кусты больны. Их нужно омолаживать. И сделаю после сбора урожая. Но подкормка, ребята, действительно работает. Ссылка на эту подкормку вот здесь вот в углу будет, как всегда. Значит, пользуйтесь такой подкормкой. Дешевая, экологически безопасная полностью и результативная. То есть я вам не рассказываю о тех методах, которыми не пользуюсь. То есть, видите, результат есть, я рассказываю. Итак, мы сейчас соберем немного черной смородинки. Потому что следующий приезд через неделю получится слишком большой объем. Слишком большой объем. Поэтому снимем часть урожая сейчас. Итак, сейчас обеденное время. Мы немного разгрузили кусты черной смородины. Собрали самые созревшие, самые крупные, самые спелые. Это, конечно, не все. И здесь получилось у нас ровно 4 килограмма. Но это не весь урожай. Часть урожая еще осталась на кустах. Это уже будет нам работа в следующие выходные. Там как раз ягоды лучше дозреют. Мы кусты немножко освободили от ягодки. Теперь сила куста пойдет на дозревание оставшихся ягод. После того, как черная смородина высохнет, мы ее собираем и измельчаем. Допустим, пропускаем через мясорубку, а далее добавляем сахар. Здесь идет такое соотношение. На каждый килограмм черной смородины мы берем 1 килограмм сахара. Всю эту смесь мы ни в коем случае не варим. Это у нас будет варенье, заготовленное холодным способом, с сохранением 100% всех витаминов черной смородины. Затем мы всю эту уже сладкую смесь распределяем по стерилизованным баночкам и отправляем в холодильник. В таком виде черная смородинка спокойно может находиться в холодильнике до весны. Но зачем ее хранить? Ее надо есть, она очень вкусная. Зимой с чаем, на хлеб. Это очень вкусно. Живые витамины зимой. 5 июля 2021 года. Лео, нет, маленький. Маленький, мама не играть пришла, котенок. Ты с поросенком, да? Ты с поросеночком. Ну, у каждого свои заботы. У Лео это поиграть. Ну, так вот. Смотрите, друзья. Какая веточка малины. Она массово созревает сейчас. Вот такие веточки. Красота такая. Такая красота. И там дальше. И вот. И вот. Так, собираем. Итак, собрали 2,5 килограмма малины. Сколько это будет в литрах, я не знаю. Как бы, как это соотносится, литры и килограммы. Но получилось вот столько. 2,5 килограмма. Это чистенький вес, без веточек, без хвостиков, без ничего. Чистая малиночка, без червячков. И очень созревшая, сладкая-сладкая. Будем заготавливать. А на кустах еще сколько осталось дозреть? Очень много.
Слава тебе, Господи, что все это получилось. We'll be right back.